Согласно проведенному армянским представительством Gallup International Session в Армении опросу, премьер-министр Армении Никол Пашинян остается политиком с самым высоким рейтингом в стране. Более 30% опрошенных проголосовали бы за правящий блок «Мой шаг», если бы выборы состоялись сейчас, сказал журналистам глава армянского представительства Gallup International Session Арам Навасардян, представляя итоги последнего опроса, передает «Спутник Армения». По его словам, исследование касалось текущих внутриполитических процессов. Опрос проводился с 15 по 17 февраля 2021 года на тему «Нужны ли сегодня внеочередные парламентские выборы?» На просьбу оценить политических деятелей по шкале от 1 до 5, где 5 – наивысший рейтинг, граждане ответили следующим образом. Премьер-министр Никол Пашинян получил 2,8 балла, президент Армен Саркисян – 2,3 балла. Первый президент Левон Терпатросян – 1,7. Второй президент Роберт Кочерян – 2 балла. Третий президент Серж Саркисян – 1,7 балла, сказал Навасардян. Примечательно, что на вопрос, к чему нужно стремиться Армении в карабахском вопросе, 3,1% отметили, что нужно признать территориальную целостность Азербайджана, сдать карабахских сепаратистов и завершить конфликт. Кроме того, 38,8% считают, что Пашинян должен оставаться на посту премьера, 43,6%, что он должен уйти в отставку. Затруднились ответить 17,6%. По словам Навасардяна, в ходе прошлого опроса, проведенного 13 ноября 2020 года, отставки премьера требовали 35%.